Всем привет! Продолжаем рисовать дорожные знаки. Сегодня мы нарисуем знак, который называется телефон экстренной связи. Приступим. Возьмем черный маркер и нарисуем вот такой черный прямоугольник. Отлично. Внутри этого прямоугольника нарисуем, наверное, более такой вот квадрат. Вот такой. И внутри этого вот этого квадрата у нас будет телефонная трубка и английское слово SOS, то есть помочь. Как-то вот так вот сейчас нарисуем телефон. Такие вот. И вот так вот. Давайте обведем его. И это будет наша телефонная трубка. Сейчас, конечно, таких телефонов уже меньше. И, наверное, в будущем этот знак изменится. И будет просто такой прямоугольник. Закрасим его в черный цвет. Вот так. Это вот обозначение телефона. И вот здесь сбоку мы напишем три буквы SOC и тоже S. Вот такие пускай будут. Если вы увидите этот знак, это значит, что в этом месте находится телефон для вызова каких-нибудь оперативных служб или экстренных, которые вам помогут. Вот здесь мы красим все в синий цвет. Я взял синий мелок и стараюсь аккуратно все тут закрашивать. Вот так. И здесь так. Теперь знак становится похожим на настоящий. Есть другой знак, который очень похож на этот, только без слова «помощь», а просто телефонная трубка, который называется «пункт связи». А здесь вы можете только вызвать какие-то оперативные службы. Отлично. Осталось, я думаю, нам нарисовать еще столбик, на котором будет стоять наш знак. Вот так вот он уходит до конца. Всем спасибо. Ждите новых дорожных знаков. Пока-пока.